Это дельхокефал. Это искусственно измененная форма черепа, которая была обязательна для, например, там, жреческого сословия. Каким образом она изменялась? Элементарно, совершенно младенцу, начиная с 5-6-дневного возраста, навязывалась на голову система дощечек, бинтов и ремней, которая на протяжении 2 лет скифы вообще вытягивали себе череп почти на 30-40 сантиметров. Смотри, у Сережи самых лучших трилобитов я подарил ему. У меня самые лучшие трилобиты в мире. У него колония черепогиен, крокодилов, первая вскрытая когда-то Сашка лягушка. То есть, короче говоря, все то, что необходимо человеку для жизни. Ну, я могу сказать вам, что ничего прекраснее жизни, может быть, не видел, чем эта комната.